Помощь детям и взрослым по-новому. Почувашия колесит автокараван «Чувашия в защиту детства». Его организатор – Министерство образования Республики. Сегодня он остановился в Цивильском районе. Где ты был? Я скучала. Ты пришел? Хорошо. Это часть психологического тренинга для детей. Знакомство, игры в ассоциации и на сплочение. Так работает одна из площадок автокаравана. На другой – круглые столы. Правоохранители, социальные работники, медики и родители. Последние рассказывают о проблемах, а их немало. В последнее время вот сложности, вот в основном на эти компьютерные игры. Очень вот хочется правительству все вот сказать, что вот какие-нибудь меры приняли. Мы, родители, хотим, чтобы дети наши учились, старались. Иногда, конечно, и помогали нас. Специалисты отвечают на каждый вопрос, дают рекомендации, что, несомненно, удобно родителям. Не всегда есть возможность самому обратиться за помощью. Автокараваны позволяют семьям с детьми узнать больше об их правах, о том, как правильно защитить свои права, о том, что делается в республике, как они могут получить помощь. Автокараван уже сделал остановки в трех районах республики. Впереди встреча с родителями и детьми Мурпосадского района. Она пройдет в конце месяца. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.